легко на сердце. Третий лад, седьмой, десятый, пятнадцатый и четырнадцатый лад. От песни лады, десятый лад, четырнадцатый, и в серединке между ними двенадцатый. От песни веселый лады восемь, двенадцать, и между ними десятый лад. Она скучать. Три, три, семь, десять. Не дает. Мы вот эту десятую нотку, десятый лад, общупываем с двух сторон. Подряд играем 9, 10, 11. Не дает. Не дает. Остановились на 11 ладу. И дальше играем никогда. Тоже три подряд нотки вокруг 11. Назад 10, 11, 12. 10, 11, 12. Никогда. Никогда. Далее перелетаем на самый высокий лад, на 15 в этой песне. 4 раза играем 15, 1 раз 14. И любят песню. И любят песню. Мы 4 раза сыграли 15-й лад и 1 раз 14-й лад. И любят песню деревни. Это 12-й лад. Еще раз 12-й и 10-й лад. Деревни. И села 9, 12, 10. И любят песню. Три, три, пять, семь и назад шесть. Два раза на третий лад. И любят пятый. Бят. Песню 7-6. Песню. Большие 7, 10, 8. Большие. Города 0, открытая неприжатая струна, 2, 3. Неприжатая струна,
Ра, два, ра, да, три, да, нам песня строить три, 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 ноль. То есть четыре раза тройку нажимаем. Может быть, это подсказка создателей песни, что надо чего-то тереть и высекать огонь. Ну, когда палочку об палочку терли древние люди, высекался огонь. И здесь нам тоже три, 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 три. Нам песня строить. Это была открытая струна. И жить. Три, восемь. Помогает. Смотрите, как красиво авторы придумали. Три, пять, семь и назад. Пять, три. То есть показывает, что жизнь нас ведет и в эту сторону, и в эту. Именно помощь идет от цифры три. Как бы сказать, Пресвятая Троица, Боже, нашла во тебе. Что у нас в жизни похоже на тройку? Надо разгадать. Сердечки всегда похожи на тройку. Она как друг. Опять на тройку нажимаем четыре раза. Она как друг. И зовет. Ноль, три, восемь. Зовет и ведет. 10, 12, 14 лад. И ведет. Тут интересное движение у нас было. Было 8. 10, 12, 14. Она как друг и зовет и ведет. Она как друг и зовет 8 через 1 и 10, 12 и 14. Редкое движение, посмотрите, такое. Через 1, 8, 10, 12, 14. Авторы показывают, что песня нам помогает широкими шагами идти по жизни. Ведет и ведет. Показана широта русской души. Остаемся. Нас песня привела на этот 14-й лад. На этом 14-м ладу мы остаемся и нажимаем на него 4 раза. И потом на 12. И тот, кто с песней. И тот, кто с песней. По жизни 10, 8. По жизни шагает будет 8, 12, и между ними в серединку в 10. Шаг.
тут никогда. Опять широкими шагами шагаем. Три, три, пять, семь. Да. Закончили мы на семерке. Потом немножечко заглядываем назад на 6, 7, 10. Это у нас будет никогда. Извините, оговорилась, будет 6, 7, 10. Это слова. И нигде, тот никогда и нигде. Нигде не пропадет. 8, 0, 2, 3. И конец. Не. Последнее было 8, 0, 2, 3. Не пропадет. Описание, какой слог на чего нажимать, будет внизу под этим видео. Благодарим вас за то, что вы любите музыку и гитару, за то, что посмотрели это видео. Если вам не трудно, поставьте, пожалуйста, лайк. Приглашаем подписаться на наш канал, чтобы без знания нот научиться играть на гитаре на одной струне любимые песни.